Так, друзья, сейчас еще хочу показать, как насаживать речную ракушку на сама, чтобы поймать сама, как ее правильно насадить, чтобы она долго простояла. Вот с этой стороны подрезаем ей мышцу, чтобы она раскрылась. Все, мышцу подрезали, теперь она легко открывается. Сверху у нее вот здесь вот как раз таки та самая мышца, которая закрывает саму ракушку. Вот через эту вот часть нам надо насаживать через крючок. У меня здесь на одном крючке, на нижнем, насажена саранча, а на второй, на верхней, я насажу как раз таки мясо речной ракушки. И вот так вот я продеваю сначала через мягкую часть, а потом уже начинаю продевать через вот эту вот жесткую мышцу. Вот, если видно, вот через эту часть, она очень жесткая, я продеваю нашу ракушку. Вот так вот у нас получается. Снизу саранча, а сверху мясо речной ракушки.